Всем привет! Я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня у нас будет распаковка заказа по 15-му каталогу. Да, в этот раз намного раньше, чем обычно. Обычно я получаю свой заказ в первую неделю, в субботу первой недели компании, а сегодня только вторник первой недели компании, а мой заказ уже у меня на руках, и прямо сегодня мы проведем распаковку. Сразу хочу заметить, что я всех вас приглашаю стать представителями компании Avon. Я приглашаю именно в свою команду. Какие у вас выгоды? Ну, во-первых, вы получаете автоматическую скидку в любом случае. Вы можете стать просто покупателем, а можете зарабатывать на этом деньги, показав в каталог парочки подружек своих, даже друзьям можно показать, мужская продукция что же есть. Вот. И получать скидку еще больше. То есть у вас автоматически скидка будет сразу. При этом, при всем, если у вас первый заказ на 600 гривен, то скидка будет целых 25% сразу же. Автоматом вы сможете получить аромат. И я сегодня покажу, какой у меня он здесь есть. Это аромат от Kenzo Takada, Avon Life. Женский или мужской на выбор. И при этом вы сможете, вы автоматом будете участвовать в розыгрыше автомобиля, потому что в 15-й компании Avon уже традиционно дарит автомобиль ежегодно своим представителям, потому что в 15-й компании день представителей компании Avon. Так, по новостям мы проехались. А, самое главное, как зарегистрироваться. Если вы хотите там узнать подробности, поговорить со мной, то ну, в описании под видео есть ссылочки, как со мной можно связаться, номер телефона, там все подробности. Если вам вот эти все подробности не нужны, вы хотите просто зарегистрироваться и не париться, то самая первая ссылка в описании под этим видео – это ссылка на анкету. Вы ее заполняете, и все, вам придет смс-очка, в котором будет номер вашего личного счета, пароль, и вы сможете зайти на свою страницу и сразу же размещать заказ. Так, поехали разбираться с моим заказом, что мне привезло. Просто такая здоровая, огроменная прямо коробка. Так, я, наверное, сейчас выставлю себе коробку на стол, буду так заслать, потому что сейчас неудобно все это делать. Опачки. О, так будет намного проще. И удобно. Так, накладная. Это. Потом посмотрим. Пакетики. Уважаемые представители, всем рекомендую заказывать пакетики брендовые, брендированные с надписью, потому что так ну, намного прикольнее дарить подарки или же давать заказы вашим клиентам. А теперь давайте посмотрим на то, что у меня здесь лежит. И первым делом у меня вот такой огроменный шампунь, и это мой товар. Заказала себе в прошлом обзоре, кто видел прошлую распаковочку мою в 14-й компании. Я себе заказала маленький шампунчик, так просто проверить, потому что Avon Naturals я не брала, я пользовалась другими шампунями, которые мне подходили, я какой-то новый всегда боялась, это рискнула, взяла, и мне он так понравился, и подошел даже моей маме, которая с этим большие проблемы, ей очень трудно угодить в плане шампуня, вот, и, а цена его, ну, блин, вот это вот стоит 60 гривен, по-моему, вот это вот, тут сколько, 700 миллилитров, его хватит, не знаю, насколько, но очень много. И мне он очень понравился, и решила взять себе вот этот вот большой объем. Традиционно для Давида. Он у меня как раз, я в каждый заказ я покупаю или гель ему, или шампунь. Иногда и шампунь, и гель, потому что он так быстро все уходит. Ну как быстро? 3 недели. Но ровно его хватает на 3 недели. В этот раз я заказала гель, шампунь. У нас есть еще одна новая стоит, еще не открытая. С апельсинкой, боже, они все так пахнут, я просто не могу. У меня в инстаграме есть пост об этом, но вот правда, это запах моего детства, я сама таким пользовалась в детстве, сейчас Давид пользуется, запахи такие же самые, ну просто вот такое вот уютное оно, я не знаю, как его еще назвать, оно реально уютное. Так, что у нас здесь еще? Есть вот такое средство Марк, это средство для бровей. Для коррекции ваших бровок красивых. Это палеточка. Вот такая. Это второй оттенок там был. По светлоте. Не самый светлый я заказывала.
потому что самый светлый мне показалось, что будет беленький. Это не для меня, это для сестры моего мужа. Мне очень нравится их дизайн, ну просто марк, белое с черным. Но так это сделать не офисным, потому что бело-черный это обычно такой как офисный стиль. Ну, просто гениально. Вот правда. Думаю, Ева будет довольна. Что у нас здесь еще? Помадка. О, кстати, почему я сегодня без помады? Потому что вот здесь пришла моя помадка, которую я прямо сейчас протестирую. Не будем отдельно об этом видео записывать. Это новые цвета жидкой матовой помады. Эйвон Марк. Это какой-то там был веселый терракот. Я не помню, как она называется правильно, но я вам сейчас скажу. Я сейчас найду. Вкусно пахнет. Тут одно на другом написано, здесь не видно. Я вам сейчас найду каталог. Его название точное. На зиму. На весну вот хочется каких-то таких заметных, но спокойных оттенков. И ну, ничего так. Давайте я вам покажу сводч, потому что так тень падает на губах, вам, скорее всего, будет плохо видно. Я сейчас вам сделаю сводчик. Вот такой это оттенок помады. Он должен засохнуть и стать матовым. Ну, в принципе, на губах он уже стал матовым. Здесь еще я жирно намазала, чтобы наверняка я сейчас размажу, вам покажу именно его матовый оттенок. Вот, смотрите. Красиво, мне понравился. Мне нравится. Я довольна, что я его сказала. Значит, коробочка мне уже не нужна. Она выкину потом. Напишите мне в комментариях, что я у себя дома мусорю. Нет, ребята, у меня там мусорка стоит, я просто не попала. Я хотела так чух и попасть. Прям и не попала. Я сегодня не баскетболист. В общем, помадка мне зашла и рекомендую всем. Сейчас какие-то каталожки. Я достану свой каталог. Ах, 17-й каталог у меня есть уже, ребятки. Кстати, на обложке у нас Avon Luminate, которая это новинка 17-го каталога, это новый аромат. И кто не знает, на моем канале есть обзор этого аромата, поэтому вы уже можете о нем посмотреть. Так, давайте найдем помадки по-быстренькому, чтобы я вам сказала оттенок. Ух ты, будут прикольные дизайны помад, смотрите. Так, скоро, значит, все, ждите, скоро будет обзор на 17-й каталог. Даю обещание, что я в ближайшие дни его запишу. Если я не дам обещание, то я буду это делать очень долго. Так, нашла. Это у нас терракотовый нюд. Оттенок терракотовый нюд. Еще раз вам покажу. Мне понравился, так что вам рекомендую. Это у нас тональный крем. У меня два тональных крема. Avon Luxe. Это в флакончике с дозатором. Не буду открывать, но не мой заказ. Все-таки не хочу повредить коробочку. Оттенок это натуральный оттеночек. Вообще с дозаторами вот эти вот мне они сначала не понравились, не подошли. Ну, так как мне как-то показалось, что они мне не подошли. А потом я вошла во вкус, мне вот именно эти с дозатором так зашли, вообще такие четкие. И вот этот могу открыть, это моей мамы. Это вот такой тональный крем, кашемир. И вы знаете, вот я с каждый раз, как у меня он есть, где-то какое-то видео снимаю, я всегда говорю, это идеальный тональный крем, который только может быть, когда вы его наносите на лицо. Такое ощущение, что вы не тональный крем наносите, и вот оно как-то так. Но сразу видно, что он впитывается в кожу, он сразу подбирает оттенок вашей кожи. Он моментально это все делает, то есть не нужно ждать, не нужно как-то его повтирать. Он сразу принимает ваш оттенок, делает его ровным. И при этом, ну, вы когда мажете, такое чувство, что вы просто лосьончиком мажете каким-то. Действительно кашемир, вот не зря он так называется. Я вам сейчас покажу оттенок у нас. Оттенок. Натуральный гламур. Натуральный гламурчик. Так.
Я думаю, я с этим тональным кремом сниму, запишу вам отдельное видео. Знаете, в Инстаграме есть такие коротенькие рекламки, там, где кто-то берет татуировка у него, и он же рисует вот этот тональным кремом, а потом под воду, и оно же ничего не смывается. Я вот с этим точно такое же смогу вам записать. Тоже. Только надо не забыть, что я вам пообещала. Посмотрите, это не мой оттенок, это светлее, я ношу более темный тон. Но как он быстро принимает, что вот эти переходы, вот незаметны, вот просто если сильно далеко, вообще незаметны. Если близко рассматривать, ну да, конечно, конечно, разумеется, будет видно, потому что это оттенок не мой. А вот так вот, в принципе, ну вот посмотрите. Его мягкая текстура, он просто как водичка, он реально как водичка. Будто умылись вот это, как не тоналкой намазались, а умылись так. Положу коробочку обратно. Дальше, что у нас тут есть? Скраб. Таким еще не пользовалась, поэтому отзыв дать не могу. Я многие скрабы пробовала в Эйвоне. Мне подошел только один. Это у нас был в линейке Planet Spa. Такая серенькая, такой серенький тюбик, я не помню, как называется. Сейчас, наверное, искать для вас толку. Но я попробую, если сейчас за первые пару секунд я не найду, то так и будет. Так, Planet Spa. Вот как назло, я его и найти не могу. Его не вижу. Ага, да, чище нет. И вот это же оно самое интересное, что в этот момент его же больше всего и хочется найти. Ага, с минералами мертвого моря. Вот. Это идеальное очищение скрабик. Вот, вот в такой упаковочке идет такой серенький. Вот он мне зашел больше всех из всех скрабов. Ну, решила я еще попробовать от Avon True. Neutral Effects. Пахнет приятно, ненавязчиво, слегка-слегка. Попробуем отзывы, значит, оставлю потом. Скорее всего, в Инстаграме будет удобно там, удобненько написать. Если один продукт вот такой брать, на него целый обзор не хочется снимать, так что подписывайтесь на мой Инстаграм, потому что там обзоры новинок и для вас специально, чтобы было удобно искать обзоры каких-то новинок или просто продукции. Есть специальный хэштег Ангелина новинки, слитно просто пишите, и все, и по этому хэштегу находите все мои обзоры, все мои описания продукции, которые у меня есть. Дальше у меня в заказе есть еще бальзамчик для губ, его просто все любят. Ну вот реально, Cover Trend, Avon Kea, бальзамчики для губ от Avon, они просто идеальные. Сама себе мажу, тоже у меня Cover Trend. Так. Есть у нас гелик для душа мужской, для мужа моего, такой еще не брала. Ему обычно ему беру вот эти парфюмерные, которые с каким-то ароматом парфюмерным. А это именно Avon Senses, еще не брала ему никогда. Запах такой свежего леса. Ну, тут нарисованный лес, водопад у меня, кот орет. А отсюда я пущу, потому что так будет орать, не на нервы действует. Ну, думаю, ему понравится, не знаю. Вообще, Avon Senses это лучший гель для душа. Как же с ним погладить кота? В этот момент, именно когда я записываю видео, конечно, в другой момент он не мог мне прийти. Есть дезодорант 48 часов защиты, мужской тоже для мужа. И осталось у меня самое крутое. Это набор девчачий. Для девчоночек, маленьких девочек. Что такое у меня опять завис видео? Все? Не завис? Я не знаю, что с ним происходит. Он иногда подвисает. Я не могу понять, что в итоге он подвисает, когда видео идет или нет. Приходится все видео пересматривать, пока я найду. Надо посидеть на какую-нибудь минуте. Все, так, я отвлекаюсь на лишние разговоры. Сори, ребята.
Значит, это у нас для девочек то, что я рассказывала. Наконец-то эти новинки зашли, но они были еще не в каталоге, а были в фокусе. А в каталоге они будут только в 16-м. Все эти новиночки вы сможете заказать. Можете с фокуса сейчас заказать. 99 гривен стоит весь вот этот наборчик без скидки представителя. Значит, что у нас? Этот детский гель для душа. Приятно пахнет. У меня когда-то был такой тоже. Значит, это Walt Disney, подписан был контракт с компанией Avons, то теперь они будут вот здесь брать вот этот вот мультик Frozen, про вот такую девочку. Я этот мультик не смотрела, вы представьте себе, мне все говорят, мультик Frozen, я думаю, блин, что за, я же не смотрела никогда. Это детский спрей для облегчения расчесывания волос. Тоже тот же самый мультик, это вся девчачья серия. Я думаю, запах будет лучше, поэтому прыскать не буду, это же не мое. И здесь есть детская ароматическая вода, спрей для тела. То есть это что-то типа аромата, что-то типа духов. Только спрейчик для тела, и это вода, и это не будет влиять на кожу детей, поэтому это очень четкое средство. И будут такие же серии для мальчиков, только с другим мультиком. Обязательно полистайте 16-й каталог, там все это уже есть. Для мальчиков Давиду точно закажу прыскалку, потому что он вот это же любит. Где мама работает, там же Давид любит прыскать. Есть у меня водичка Avon Life by Kenzo Takada для него. Вот именно такую водичку вы сможете получить, если станете представителем компании Avon в каталоге. Или же вы сможете получить вот эту водичку. Это Avon Life для нее от Kenzo Takada. А теперь внимание, ребята, срочно все подписывайтесь на мой инстаграм, потому что именно там совсем скоро, в течение ближайших вот день-два максимум три, эта водичка будет разыгрываться. Именно вот это специально заказала для розыгрыша. Так что все быстренько на мой инстаграм. В принципе, это у нас все. Есть мини-каталожик. Потом полистаю, посмотрю. Есть куча фокусов. И все. И у меня с моим заказом все. Вот такой был мой заказ, вот такая распаковочка. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не пропускайте конкурсы. Вот такие крутые, потому что духи от Kenzo мало кто разыгрывает. И, в принципе, все. Обязательно смотрите обзорчики каталожков новых. 15-й уже есть, 16-й уже есть, 17-й скоро будет. Обзорчики вот таких вот продукций у меня в инстаграме. На помадку тоже напишу в инстаграме с фотками более четкими сейчас. Ну, реально не очень видно. Где-то днем как-то красивенько будет фоточка вот с этой помадой. На детскую косметику пока что еще нету, будет запланировано. И что еще? На вот этот аромат есть обзор на канале. Поищите. Давненько был, но есть. Все, всем спасибо за просмотр. До новых встреч!